Евгений Петросян доказывает на собственном примере, одеваться стильно можно в любом возрасте. С недавних пор, как заметили поклонники, 73-летний юморист стал выглядеть с иголочки. Говорят, что над его имиджем поработала его муза, Татьяна Брухунова. Накануне Петросян и его молодая помощница совершили редкий совместный выход в свет. Вернее так, пара довольно часто посещает светские мероприятия, но обычно не афиширует этот факт. Они избегают появления на красных дорожках и не позируют вдвоем фотографам. А чаще всего вообще делают вид, что пришли не вместе. Вчера же Евгений Ваганович с Татьяной не стали скрывать, что посетили ледовое представление вдвоем. Правда, совместные фото они все равно в сети не опубликовали. «Сегодня я приехал на грандиозное ледовое шоу Ильи Авербуха», — рассказал Петросян незадолго до начала выступления звезд фигурного катания. Татьяна же поделилась с подписчиками эмоциями уже после представления. «Почти 4 часа дрожащих колен и восторга в глазах», — написала Брухунова в сети. Стоит отметить, что Петросян практически неразлучен со своей музой. Она сопровождает юмориста на важных встречах, съемках и выступлениях, а также организует для Евгения Вагановича досуг. Больше всего пара любит посещать премьеры спектаклей, но не отказывается и от совместных путешествий, походов по выставкам и ресторанам.